Погода отличная, и мы решили сходить пешком в Комплас. Это торговый центр называется такой. Я на самокате. Это улица Бокова, но мы сюда не будем. Надеюсь, если родители не ходят. Потому что время занимает, а родители, надеюсь, согласятся. Надеюсь, я надеюсь. Вот мы пришли в Комплюс. Ну вот он. Комплюс. Настоящие, да? Но это не верный. Кто был? Я хочу вот 25-й номер. Как называется? Прочитай. Хэмультампу. Субтитры сделал DimaTorzok.
маски. Не вы знаете, что там еще какие-то бабушки. Пудра всякая. Слово идем за моим любимым мороженым. Эй! Тихо. Вова. Вова. Я сказала Вова. Тебя называют Вова? Ладно, ты Вова. Сейчас на крюком заключу тебя. Идем. То куда? Идем. Вот, мы пришли. Вова, выбирай. Мне всегда шоколадная. Нет, мне не такое. Какое это такое? Смешанное у меня. Ну, идем. Дай ему деньги. Иди сюда быстрее, Вова. О, у меня вкусно очень. Положи сюда. Банана. Фагия. Ты готов? Фагия, Фагия. Вот сейчас мы купили мороженое и идем обратно. Мне очень повезло, что сегодня выходной. А этот выходной, мне кажется, длинным. Вот так долго. Всем пока, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и всем пока.